Раф, я все время слышу, что мне нужно обратиться к Творцу через десятку. Я хочу постараться обратиться к Творцу через десятку. Каков первый этап? О чем я должен думать? Что я должен себе, может быть, воображать? Только все время быть с десяткой. Насколько ты, чем больше ты будешь объединяться с десяткой, тем быстрее ты пройдешь все эти состояния от десятки к Творцу, через десятку к Творцу. Это то, что должно тебя направлять каждое мгновение на связь с ними и через них связь с Творцом. Кроме этого, ничего не нужно.